Рада приветствовать всех тех, кто находится по ту сторону экрана. Здесь и сейчас предлагаю вам стать богаче, и мое первое задание уже появляется перед вами. Итак, мы видим с вами буквенный клубок, и тому, кто его распутает, я готова вручить 7000 рублей. Ну что же, давайте более подробно сейчас ознакомимся с правилами. Перед вами буквы. 3, 4, 5, 6, 7 букв. Ваша задача определиться с заглавной. После чего начинаете передвигаться только по тем линиям, которые вы видите перед собой. Они у нас красного такого яркого цвета насыщенного. Так вот, именно по ним вам и стоит передвигаться. От буквы к букве, от буквы к букве, чтобы слово получилось. Его не нужно составлять, его нужно всего лишь найти. Да, я понимаю, что задание непростое, но все-таки, если сейчас настроить себя на работу и, соответственно, на победу, тогда 7000 рублей станут вашими. 08258 – короткий номер телефона прямого эфира. Запомните, что именно эти 5 цифр отделяют вас от возможности почувствовать себя настоящим героем, занять место одного из моих победителей, ну и, соответственно, порадоваться за себя, что именно вы с помощью своих умственных способностей, с помощью своей логики смогли довести начатую работу до конца. Ну что же, какое слово скрывается здесь? В какую сторону передвигаться от выбранной вами буквы? Распутайте данный клубок, потянув всего лишь за нужный вариант. Если не получилось с первого раза, ну вы знаете, главное не расстраиваться и не отчаиваться. Все получится у вас. Попробуйте со второго, с третьего, с четвертого. Здесь у вас есть такая возможность, потому что ваше появление в прямом эфире моего шоу неограниченное количество раз. Всегда рада вашему телефонному звонку, даже если вдруг будет версия, вы знаете, ну, некачественная. Мы с вами все-таки найдем ошибку, найдем, где вы промахнулись, ну и, соответственно, доведем эту работу до идеального окончания, чтобы вы могли порадоваться за себя и получить, конечно же, массу положительных эмоций. Сегодня у нас 9 мая, сегодня отмечаем День Победы. Всех с праздником! И мне бы хотелось, чтобы в этот замечательный день праздник был и в вашем доме, в вашей квартире, благодаря, конечно же, вашей победе. 08258 – короткий номер телефона прямого эфира, и я не устану об этом напоминать, потому что благодаря данным цифрам многие становились моими победителями, и у вас есть такая возможность. Здравствуйте, вы в прямом эфире, что у вас получилось? Здравствуйте, это слово «вата». Слово «вата». Давайте посмотрим. Да, действительно, читается, но это не победный вариант. Вот мы с вами и столкнулись с первой неудачей, да? То есть, в принципе, слово-то прочитать можно, передвигаясь по всем правилам, от буквы к букве по красным линиям. Но вот, к сожалению, могу сказать, что мое слово, оно другое, не слово «вата». Но все равно вы молодцы, вы уже стараетесь. Вы уже действительно ознакомились с правилами и с условиями. Ну и, соответственно, все у вас получилось. 08258, жду вас вновь в прямом эфире, чтобы вы могли порадовать меня своей какой-то иной версии. Это только лишь первое разминочное задание. И могу сразу сказать, что впереди вас ждут не менее денежные и не менее интересные головоломки. Но когда мы ознакомимся с ними, известно только лишь вам, потому что именно вы управляете прямым эфиром, и только от вас зависит, в какое мгновение прозвучит тот самый победный звонок. Но все-таки затягивать не стоит, потому что, вы знаете, в любое мгновение вас может опередить один из ваших конкурентов. Но я думаю, что вы этого не хотите, ну и, соответственно, вы знаете, нужно побеждать. Вот если вы поставили перед собой цель, я считаю, что 7000 рублей –
сумма большая, не маленькая. Поэтому давайте сейчас двигаться вперед к своей поставленной цели. 08258. Замечательные 5 цифр. Это короткий номер телефона прямого эфира. Поэтому берите в свои руки мобильный телефон и звоните прямо сейчас. Какое же слово скрывается здесь? Давайте для тех, кто только что к нам присоединился, мы пройдемся еще раз более внимательно по правилам. У нас здесь с вами две буквы А, две буквы Т, поэтому именно эти буквы могут дублироваться в вашем слове. Остальные буквы находятся в единственном экземпляре, и их дублировать ни в коем случае нельзя. Это уже пойдет перекор моим правилам. Далее, мы не перепрыгиваем через буквы, мы не разрываем линию между буквами, но и не добавляем никаких других букв, которые не имеют отношения к нашему заданию. Вот если вы будете внимательны, если вы будете следовать всем правилам и условиям, тогда именно вам удастся заработать 7000 рублей. Просто забрать их из прямого эфира. Я, конечно же, держу за вас кулачки. Верю и надеюсь, что в ближайшее мгновение я услышу здесь голос своего первого победителя. Именно этого человека, кто возглавит список моих героев сегодняшнего прямого эфира. Ну что же, мы с вами продолжаем. Всего лишь одна версия пока прозвучала в прямом эфире. Да, могу сказать, что с версией справились, но вот, к сожалению, пока все-таки не увенчалась успехом. Но есть и плюс в вашу сторону, что именно вы можете сейчас одной своей версии просто завоевать победу. Ну, давайте стараться, конечно же, не останавливаемся на достигнутом. Вот, действуем, идем вперед и, соответственно, доводим начатую работу до конца. Вы знаете, самое сложное, это, конечно же, определиться с выбором заглавной буквы. Да, у нас здесь с вами их 3, 4, 5, 6, 7, 7 букв, и поэтому 7 вариантов, возможно, именно той самой заглавной буквы. Какая она будет, решать вам. Но если не получилось от одной, попробуйте от второй, попробуйте от третьей. Рано или поздно вы, конечно же, сможете прийти к логическому завершению. Поставите точку в этом задании, ну и, соответственно, таким образом мы перейдем к следующему. Что могу вам сказать? Вы знаете, конечно, вам кажется, что это задание сложное. Да, действительно, но не сложнее последующих, потому что с каждым этапом, с каждым следующим заданием оно будет только лишь увеличиваться. И поэтому сразу предупреждаю вас, что вы должны быть готовы ко всему. Тренироваться здесь, чтобы дальше быть в полной боевой готовности, чтобы дальше не возникало у вас никаких, вы знаете, вопросов, никаких недопониманий, чтобы вы уже были подготовлены полностью от начала и до конца. Ну, а мы, конечно же, продолжаем. Я жду здесь в рамках прямого эфира своего первого победителя. До сих пор, пока этого не произошло, тишина, молчание, и никто не хочет заработать 7000 рублей. Я не знаю почему, пора бы заявить о себе действительно как о лидере. Пока другие спят или занимаются какими-то своими делами, вы можете сейчас одержать победу, просто вырвать ее на глазах у всех. Ну а почему, собственно, нет? Почему не вы должны стать победителем? Я думаю, что, вы знаете, ну, никаких для этого преград нет. Все для вас. Перед вами задание, перед вами условия. Найдите слово, двигаясь по линии. Сразу же две направляющих. Первое, это то, что ваша задача — искать слово. То есть ни в коем случае его не составлять, а именно искать. Двигаясь по линиям, которые прорисованы на экране. Они специально выделены красным цветом, чтобы вас ничего не сбивало, чтобы вы понимали, что именно эти маршруты должны привести вас к победе. Но какой именно маршрут, конечно же, вам подсказать не смогу. Все-таки вы должны сами ознакомиться с каждым
направлением и найти, уловить ту суть и, соответственно, отыскать слово, которое скрывается здесь. 08258, короткий номер телефона прямого эфира. Прошу вас сейчас не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Сейчас ваш ответ актуален. Сейчас мне интересно, что у вас получилось. Здравствуйте, ваше слово. Алло, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Тут слово «атом». Атом, давайте посмотрим. Да, действительно, отлично. Читается это слово, но, к сожалению, оно не делает вас богаче, потому что это не мой победный вариант. Мое слово другое. Какое сказать вам не могу, но вы прекрасно знаете это слово. Вы знаете большое разнообразие этого слова, поэтому прошу вас сейчас сосредоточиться, сконцентрироваться и направить свой взор только лишь на каждую букву в этом задании. 7 букв специально для вас, чтобы вы могли их разобрать, посмотреть, что получается найти. Или, соответственно, вы знаете, если не получается с первого раза, возможно, все со второго, с третьего, с четвертого. Главное, после первой своей неудачи не опускать руки. Вы знаете, это удел слабых людей. А я знаю, что вы сильные, что вы умные, и вы готовы идти вперед, несмотря ни на что. 7000 рублей. 7 букв и 7000 рублей. Я думаю, что какая-то связь есть между этим и, вы знаете, очень хорошее вознаграждение. Глупо было бы с вашей стороны сейчас не воспользоваться данным обстоятельством. Тем более могу сказать, что слово действительно знакомо каждому человеку. Найдите слово, то есть не нужно его ни в коем случае составлять. Составленные версии не сделают вас богаче. Если вдруг вы начнете, вы знаете, что-то выдумывать, что-то изобретать, то таким образом вы тоже богаче не станете. Все пройдет мимо вас, вы знаете, обойдет вас стороной. Поэтому, конечно же, думайте сейчас, что у вас в приоритете. Это заработать деньги или просто, вы знаете, ну... просто быть телезрителем. Конечно, выбирать только лишь вам. Я не вправе вам указывать, я не вправе вас заставлять сейчас работать. Может быть, вы знаете, у многих сейчас действительно мозг не активен, не готов работать, а вот зрителям просто понаблюдать, конечно же, желание есть. Но, пожалуйста, делайте так, как удобно вам. Ну, а я бы хотела все-таки услышать здесь своего первого победителя. Я все-таки надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее мгновение. 08258. Только эти 5 цифр отделяют вас сейчас от возможности почувствовать себя настоящим героем, стать обладателем 7000 рублей. Я думаю, что это очень хороший взнос в ваш семейный капитал. Тем более сейчас у нас праздники. Несколько дней мы можем смело гулять, наслаждаться отдыхом. И я думаю, что именно эта сумма лишней точно не будет. 7000 рублей практически уже в ваших руках. Осталось только подвести черту в этом задании. Готовы это сделать? Тогда я жду именно вас. Нет? Ну, тогда думайте еще. Здравствуйте, ваш вариант ответа. По-моему, томат. Томат. Давайте посмотрим. Да, смотрите, и слово «томат» читается. Даже вот как ни крути, можно прочитать его аж 2 раза. Но вот не слово «томат» является победным. Смотрите, уже 3 версии было, но вот, к сожалению, пока не могу их принять. Да, все-таки мое слово отличается от вашего. Но вы молодцы, вы следуете моим правилам, указаниям, не нарушаете их и... действительно, это заслуживает похвалы. Но, вы знаете, все-таки, чтобы отыскать победное слово, нужно еще раз смотреться в задание. Может быть, именно сейчас вам удастся это сделать. Поэтому жду вас вновь в прямом эфире моего шоу. Ведь ваше появление здесь неограниченное количество раз, и я уже об этом вам говорила. Тому, кто назовет мне, наконец-таки, победный вариант ответа, я готова вручить уже 7500 рублей. Да,
Вы знаете, я решила не останавливаться на 7 тысячах. 7 500 рублей тому, кто прямо сейчас здесь поставит точку. Мне хочется, конечно же, чтобы как можно скорее мы справились с данной головоломкой, потому что вас ждут впереди не менее интересные и не менее денежные задания. Но чтобы ознакомиться с ними, конечно же, здесь нужно внимательно поработать, грамотно поработать и, соответственно, довести эту работу до логического окончания. Я знаю, что вам это под силу. Может быть, конечно же, лень берет над вами верх, но с ней нужно как-то бороться. Нужно придумать способ действительно как-то отодвинуть ее в сторонку и самому начать внимательно, грамотно изучать каждую направляющую, соответственно, каждое правило, чтобы потом себя вознаградить. Вы знаете, эта работа может быть в какой-то мере, может быть, легче вашей. Может быть, именно вы целый день, не знаю, разгружаете вагон, целый день сидите в офисе, а здесь не нужно тратить на это целый день. Здесь нужно потратить всего лишь несколько мгновений. Но все мы люди, конечно же, абсолютно разные. Кому-то понадобится чуть больше времени, кому-то чуть меньше. Но все равно нужно понимать, мы находимся в прямом эфире. Каждое мгновение здесь на вес золота. И поэтому разбрасываться направо и налево я просто вам не позволю. Вот, ну не хотелось бы этого делать, потому что нужно оставить время на выполнение последующих заданий. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на каждую букву, которая находится в данном буквенном клубке, и попытайтесь отыскать заглавную, потянув за которую, появится у вас полностью слово. Я еще раз прошу вас не составлять варианты. Составленные слова меня не интересуют, и мне бы не хотелось, чтобы мы просто, вы знаете, засоряли прямой эфир какими-то необдуманными версиями. Версиями, которые были действительно составлены с помощью тех букв, которые находятся сейчас на экране. Нет, нужно всего лишь передвигаться по красным линиям. Это как ваш путеводитель, который проложил вам маршрут, и теперь, конечно же, ваша задача двигаться в нужном направлении. Какое направление вы сочтете нужным, здесь я не знаю. Я готова ознакомиться с вашим вариантом прямо сейчас. 08-258, короткий номер телефона прямого эфира. Вверх, вниз, вправо, влево и по диагонали. Посмотрите, в этих направлениях вы можете передвигаться. Эти направления выкрашены в красный цвет, чтобы даже сомнений не было. Но какие-то дополнительные линии проводить не стоит. Соответственно, как и добавлять буквы, которые не имеют отношения к нашему заданию. Здесь и так достаточное количество букв. Я думаю, что даже с ними вам будет интересно поработать. И не только интересно, но и сложновато, соответственно, чтобы усложнять еще больше задания, добавляя какие-то посторонние буквы или еще что-либо. Корректировать задание, конечно же, не стоит, и, соответственно, мои правила. Наоборот, нужно следовать им, чтобы, вы знаете, заработать 7 500 рублей в рамках моего шоу. Давайте уже подведем здесь черту, и я вас с удовольствием ознакомлю с последующими головоломками. Вы в прямом эфире, здравствуйте, ваша версия. Алло, это автомат. Автомат, да, вот она, победная версия. Обратите внимание на экран, как это слово здесь скрывалось. Ну, а я хочу познакомиться с вами. Ваше имя? Меня зовут Олеся. Очень приятно, Олеся. Вы откуда? Я из Калуги. Ну что же, в Калугу, Олеся, именно вам отправляется 7 500 рублей. А я перехожу к следующему заданию, которое уже появилось на вашем экране. Мы видим с вами буквенную змейку, и тому, кто ее распутает, я готова вручить 8 000 рублей. Вы знаете, задание усложнилось, потому что перед вами появилось уже 9 букв, конечно же, это больше, ну и, соответственно, больше вариантов той самой заглавной буквы, да, какая же она, какая буква должна возглавить ваше слово, решать, конечно, только лишь вам. Определяетесь с выбором буквы, ну и дальше, конечно же, начинаете двигаться по красным линиям. Вверх, вниз, вправо и влево.
влево. Могу сказать, что диагональных линий здесь нет, поэтому давайте не будем даже их рассматривать, проводить что-то лишнее. Вот, пользоваться только теми направляющими, которые вы видите перед собой. Далее, не дублируем те буквы, которые находятся в единственном экземпляре. Здравствуйте, вы уже нашли слово? Слово «кадр». Слово «кадр». Вот вы поспешили со своим ответом. Разорвали свой кадр, смотрите, на три части. Вот начальная ваша буква, вы спустились вниз, потом почему-то вы перепрыгнули к букве «Д» и провели какую-то вымышленную черту к букве «Р». Нет, конечно же, не дослушав задание, не дослушав правила, вы уже таким образом совершили ошибку. Я надеюсь, что вы будете в дальнейшем более внимательны, ну и, соответственно, будете двигаться вперед только лишь по тем правилам, которые я вам рассказываю. Итак, мы с вами не дублируем буквы, которые находятся в единственном экземпляре. Но если посмотреть, они все находятся здесь поодиночке, поэтому, собственно, дублировать ничего и не придется. Мы не добавляем сюда посторонние буквы, которые не имеют отношения к нашему заданию, не разрываем линии между буквами, ну и, соответственно, не перепрыгиваем, как это сделала моя предыдущая телезрительница. Будьте внимательны, давайте отчет тому, что вы делаете. Не составляйте слова. Составленные версии нас здесь с вами не интересуют. Все-таки нужно полагаться на себя, да, но придерживаться тем правилам, которые уже здесь прописаны и, соответственно, существуют. Найдите слово, двигаясь змейкой. То есть сразу же две направляющих, да, основные направляющие, которые должны вам помочь. Ну, первое, то, что ваша задача искать слово, здесь не нужно ничего выдумывать. Ну, а второе, двигаясь змейкой, это под прямым углом совершаются все ваши передвижения. Не по диагонали, а именно под прямым углом, да, под углом 90 градусов. Посмотрите, пожалуйста, какой вариант может быть у вас уже появился, тогда тут же, сразу же берите инициативу в свои руки, сразу же звоните и называйте мне тот вариант, который появился у вас. 08258, короткий номер телефона прямого эфира. Я могу сказать, что именно эти пять цифр отделяют вас от победы, от возможности почувствовать себя настоящим героем. Сегодня у меня уже появился один победитель. Действительно, я этому очень рада, но я надеюсь, что на этом мы останавливаться не будем, а будем двигаться только лишь вперед. И все пять заданий, которые я приготовила для вас, мы выполним. Здравствуйте, вы в прямом эфире, ваше слово. Здравствуйте, езда. Езда, нет, не езда. Посмотрите, где находится Е, где находится З, потом Д и А. То есть все буквы живут своей жизнью. А мне, конечно же, хотелось абсолютно иной вариант услышать от вас. Слово-то должно быть цельным, а не составленным. Что это такое? Вы взяли просто и начали перепрыгивать, скакать по экрану, скакать по заданию в тех направлениях, которые вам понравились. Я понимаю, если бы эти направления еще были оправданы, они были выделены красным цветом. Так нет, все-таки вот эта самодеятельность ваша завела вас в тупик. Из этого тупика выход только один. Если, конечно же, вы сейчас соберетесь, возьмете себя в руки, все под свой собственный контроль и попытаетесь проводить более грамотно, более внимательно и собрано. Я понимаю, что сейчас выходной день, праздничный день, тем более, знаете, такой великий праздник в нашей стране, вот, и может быть и не хочется отвлекаться, но дело, конечно же, ваше. Здесь вы проверяете себя, свои умственные способности, кто во что горазд. Я, конечно, понимаю, что может быть тяжело, да, может быть не хочется, может быть вы ленитесь, но все-таки поймите, что за выполнение данного задания я предлагаю вам 8000 рублей. 8000 – хорошая сумма. Достойная сумма, чтобы сейчас действительно задуматься о том, что готовы ли вы заявить о себе как о победителе, готовы ли вы потратить
несколько мгновений для того, чтобы подвести здесь черту. Ну, смотрите сами, я все равно жду вас, я все равно надеюсь и верю, что в ближайшее мгновение здесь появится мой второй победитель, человек, который, несмотря на сложные задания, сможет все-таки расставить все по своим местам, точнее найти победный вариант ответа. Ну что же, вы стараетесь, я жду, я пытаюсь вам помочь всеми возможными способами. Да, я всегда на вашей стороне, всегда пытаюсь действительно как-то указать вам на ваши ошибки. Если вдруг они произойдут, вдруг они прозвучат в прямом эфире, мы должны их с вами как-то побороть, как-то искоренить из работы, чтобы все-таки дальше было все иначе, чтобы дальше вы работали без всяких помарок. Идеальная работа мне нужна. Ну и, конечно же, то слово, которое еще не прозвучало в прямом эфире и которое принесет вам 8000 рублей. 08258. Только эти 5 цифр отделяют вас от прямого эфира. Только эти 5 цифр отделяют вас от возможности заполучить 8000 рублей. Вы знаете, пополнить свой семейный бюджет было бы очень даже хорошо. Здравствуйте, ваше слово. Здравствуйте. Вижу слово «виза». «Виза». Нет, вы не видите, вы его составляете. Зачем? Зачем вы усложняете себе и так непростое задание? Неужели я говорила вам о том, что вы можете здесь что-то составлять, выдумывать и изобретать? Нет, изобретать ничего не нужно, уже все сделано за вас. За вас было составлено слово и запутано в данной буквенной змейке. Вот ваша задача все распутать, расставить все по своим местам и, соответственно, об этом заявить не в прямом эфире. Для этого даже из дома своего выходить не нужно. Пожалуйста, занимайтесь своими делами домашними, ну и, конечно же, одновременно пытайтесь справиться. Хотя, с другой стороны, вы знаете, несколько дел, если делать сразу, то где-то получится недочет, да, где-то появится минус. Мне бы хотелось, чтобы здесь все-таки минусов не было. Здесь не было также никаких недопониманий. Была грамотная, четкая и идеальная работа. Идеальный ответ мне нужен, и именно за него я и вручу вам 8000 рублей. Главное действие – это выбрать заглавную букву. Здравствуйте, ваше слово. Здравствуйте, слово «девиз». Девиз. Нет, и вновь мимо. Да что же такое? Но сколько вы еще будете составлять версии? Ну не надо этого делать. Ну зачем вы тратите сейчас драгоценные мгновения прямого эфира? Мы с вами уже говорили об этом, что чем больше ошибок, тем меньше времени остается на выполнение последующих заданий. И за то время, которое уже прошло, мы выполнили всего лишь одно задание. Да, здесь у меня уже есть победитель, точнее в предыдущем задании, а здесь пока этого не произошло. Здесь пока победитель где-то, вы знаете, гуляет. Но пора бы уже собраться, пора бы уже настроиться на выполнение качественной работы. Тем более я уже готова предложить вам не 8, а 9 тысяч рублей. Да, я сразу же увеличила сумму вашего заработка на 1000 рублей. Время идет, время не бесконечно. У меня нет той самой волшебной кнопки, на которую я бы могла, вы знаете, нажать, и время остановилось. Нет, время остановить нам не получится. Все-таки здесь нужно понимать и это действительно осознавать. Либо сейчас, либо, собственно, никогда. Потому что один из ваших конкурентов ждать ничего не будет. Будет действовать, как только слово появится. Ну а если вы уже сами отыскали слово, соблюдая все мои правила и условия, то пора бы мне о нем рассказать. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Ну что же, вы нашли слово, которое скрывается здесь? Вы знаете его? Тогда не стоит сейчас молчать. Молчание здесь не золото.
Я, конечно, прекрасно понимаю, что для многих это жизненное кредо, но все-таки, вы знаете, здесь у нас речь идет абсолютно об ином. Да? Здесь мне нужны ваши слова, здесь мне нужны ваши действия, да, чтобы я могла с ними ознакомиться и понять, грамотную работу вы выполнили или нет. Или все-таки где-то ошибки. Давайте попытаемся как-то их исправить, если вдруг они появятся. Но я все-таки надеюсь на то, что ваша работа будет безошибочной. Что все-таки вы с помощью своих умственных способностей сможете довести начатую работу до конца. Подключайте логику, подключайте интуицию, подключайте все качества, которые присущи именно вам. Именно те качества, которые помогут в ближайшие сроки справиться с этим заданием. Здравствуйте, ваше слово. Алло, река. Слово «река», да что такое? Да нет, опять же-таки не читается. Составили свою реку и все. И дальше что мы будем с ней делать? Ну сколько можно указывать вам на ваши ошибки? Пора бы уже вам указать на победный вариант и заработать при этом 9000 рублей. Я не отказываюсь от своих слов. Я действительно вручу эти деньги своему второму победителю. Действительно, это реально, реальное время, которое здесь сейчас тратится на выполнение задания. Пожалуйста, вы всегда это можете проверить, взяв в свои руки мобильный телефон и набрав 5 заветных цифр, которые вы видите внизу экрана. 08258. Все, собственно, больше ничего от вас не требуется. Быть более активным, быть более внимательным, конечно же, воспользоваться мобильным телефоном, набрать номер прямого эфира, озвучить слово и забрать деньги. Вот смотрите, 6 условий, которые вам нужно выполнить. 6 обычных шагов. А сделать телефонный звонок, я думаю, что не составит никакого труда. Потому что, во-первых, вы ежедневно звоните своим близким, родным, знакомым, друзьям. И здесь тот же самый телефонный звонок. Только буду ждать вас я. Конечно же, для того, чтобы ознакомиться с вашим вариантом ответа. Чем, вы знаете, вы будете больше откладывать времени, да, тем, соответственно, меньше его нам и останется на выполнение последующих заданий. Они же будут только лишь усложняться. Поэтому призываю вас, соберитесь, пожалуйста, настройтесь на качественную работу. Сейчас актуально еще ваше слово, которое удалось вам найти. Пока вы молчите, ну и время тратится, и, собственно, возможность выдается другим телезрителям. Неужели вы готовы отдать свою победу кому-то другому? Человеку, который, может быть, именно так, как вы, этого не заслуживает. А вы сейчас заслуживаете данного вознаграждения, потому что, несмотря, еще раз напоминаю, на сложность этого задания, вы работаете, вы трудитесь и вы, соответственно, стараетесь. Нам нужно отыскать слово, которое скрывается здесь, двигаясь по линиям, по принципу змейки, под прямым углом. Вверх, вниз, вправо, влево. Только в этих направлениях мы с вами шагаем. И надеюсь, что все-таки все у вас обязательно получится. Ведь, как говорится, победителями не рождаются, а победителями становятся. Этот шанс для вас. Прямо сейчас со своего мобильного телефона набирайте 08258. Только эти 5 цифр отделяют вас от прямого эфира. Здравствуйте, поделитесь своей версией. Мне кажется, слово «чердак». Слово «чердак». Ну нет, ну что ж такое-то? Ну какой чердак? Посмотрите, где находится буква «Ч», где находится буква «Е». Опять же таки «Р», «Д». То есть вы сейчас повыдергивали буквы и из них уже составили слово. Но неужели такую работу я требовала от вас? Неужели?
Неужели я говорила вам именно о таких действиях? Да нет, конечно же. Каждое действие я прописала в прямом эфире. То есть мы разложили все по пунктам, по полочкам. Ваша задача сейчас воспользоваться всем этим, собрать воедино всю полезную информацию и уже выдать мне положительный ответ. Но пока этого не происходит, я не знаю, что берет над вами верх. Неуверенность, страх, боязнь, может быть, нехватка времени. Но я же вас сейчас не ограничиваю в нем. Да, я могу сказать, что на каждое задание выделяется энное количество времени. И могу сказать, что время, которое выделилось на второе задание, оно, собственно, уже подходит к своему логическому завершению. Ну что ж, но победителя-то здесь нет, поэтому, собственно, и... Знаете, завершить это задание я не смогу. Все-таки я дождусь, я буду надеяться, верить в вас и, соответственно, держать кулаки. В ближайшее мгновение здесь я жду своего второго героя. Человека, который справится с этим заданием. Человека, который выберет действительно нужную букву и проследует в нужном направлении. Вверх, вниз, вправо, влево. Именно по этим направлениям мы с вами передвигаемся. Эти линии выделены красным цветом и между собой соединяют буквы. То есть здесь уже, знаете, выдумывать ничего не надо. Не надо хвататься за голову и думать, ой, а куда бы мне проследовать от выбранной буквы, да? А здесь, конечно же, все вам уже указывают. Направляющие красного цвета. Вам, ваша задача сейчас, если, конечно же, тяжело визуально справиться, подойти поближе к экрану, поставить пальчик на выбранную вами букву и, соответственно, уже двигаться. Двигаться по линиям, которые вы видите перед собой. Давайте уже поставим точку. И здесь уже хватит. Хватит, вы знаете, вот этих неуверенных ответов. Ответов, которые были составлены, собраны, были некачественные. Ну что ж такое? Ну неужели вы думаете, что за такую работу я готова вручить вам деньги? Нет, вы ошибаетесь. 8 тысяч рублей. Сумма действительно не маленькая, сумма достойная, чтобы вознаградить одного из вас за проделанную работу. Так что старайтесь. Старание и труд все перетрут. Сегодня замечательный день, замечательный праздник 9 мая. Я надеюсь, что вы с улыбкой на своих лицах сейчас проведете этот день. И, вы знаете, не с пустым кошельком, а как минимум в нем будет 9 тысяч рублей. Так что старайтесь, пожалуйста, все сейчас для вас. Для вас задание, для вас условия, которые прописаны на экране. Найдите слово, двигаясь змейкой. Две главных направляющих, которые, конечно же, нужно уловить. Первое – это то, что ваша задача – искать слово. Что нашли вы? Здравствуйте. Алло. Алло. Тут у вас икра. Икра. Ик. Все, диагональная линия была проведена и дочитали до конца слова. Но где вы видите здесь диагональ? Горизонталь, вертикаль, да, присутствует. Ну, а диагональ-то где вы нашли, чтобы могли переместиться от буквы К к букве Р? Вымышленную черту провели, да? Зачем? Вот задаю вам такой вопрос. Зачем вы это сделали? Неужели вы думали, что таким способом ваша работа увенчается успехом? Ну, конечно же, нет. Еще раз напоминаю вам, что за некачественную работу я не вручу вам эти деньги. Вы должны отдавать отчет каждому своему действию. Уж если вы решили дойти до конца, уж если вы решили проверить себя в этом задании, то давайте тогда стараться. Давайте за основу ставить букву и от нее следовать в тех направлениях, которые прописаны на экране и выделены красным цветом. Вверх, вниз, вправо и влево. Вот они маршруты. Именно эти линии соединяют между собой буквы. Старайтесь соединить все правильно и получить таким образом победную версию, которая принесет вам 9 тысяч рублей. Вы в прямом эфире, ваша версия. Алло, это Вера.
Вера. Нет, на две части разбили слово. Конечно же, верить в себя – это хорошо. Верить в то, что вам по плечу заработать эти деньги – тоже хорошо. И то, что победа не за горами. Но нужно делать тогда более качественно и внимательно. Потому что те правила, которые мы уже с вами обсудили неоднократно, почему-то они у вас, вы знаете, где-то отходят на второй план. Где-то гуляют сами по себе и все. А чтобы ими воспользоваться, чтобы довести эту работу до конца, пока у вас, к сожалению, не получается. Но могу сказать, что пока у нас время терпит, время есть, и вы можете еще раз, внимательно ознакомившись с этим заданием, попытаться с ним справиться. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Вот они, эти пять цифр, которые отделяют вас от победы, от звания моего победителя, ну и, соответственно, от получения тех эмоций, которые вам достанутся при выполнении этого задания. Смотрите, я предлагаю вам выполнить задание и действительно насладиться счастьем, радостью, массу, не знаю, положительных эмоций действительно вам это принесет. И я думаю, что не только вам, но и всем вашим близким, родным и знакомым людям, которые будут за вас переживать, болеть и так же, как и я, держать кулачки. Ну что же, давайте, у вас уже есть ответ. Вы готовы заявить о себе? Тогда действуйте. Не стоит молчать, не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Действительно сейчас актуален ваш ответ. Действительно сейчас актуальна ваша работа, ваша версия. Здравствуйте. Я получила слово «кедр». Слово «кедр». Ну нет, ну что такое? Ну когда вы будете внимательны, когда вы будете вслушиваться в мои слова? Я пытаюсь до вас донести подробную информацию. На вашем месте нужно прям, понимаете, как губкой впитывать всю эту информацию. Не просто мимо себя проносить, да, абстрагироваться от нее. Нет, я же здесь нахожусь для того, чтобы вам помочь. Для того, чтобы вас вывести на путь истины. Чтобы этот путь истины увенчался вашим успехом и, соответственно, принес вам 9000 рублей. Пора ставить точку здесь, пора знакомиться дальше с последующими заданиями. Ну что такое, пока вы не уверены в себе, значит, я буду ждать. Я буду надеяться, я буду верить, я буду разбирать с вами дальше это задание. Хотя зачем? Вот мне кажется, мы уже вдоль и поперек его изучили. Осталось только назвать лишь победное слово и при этом заработать деньги. Что у вас получилось? Здравствуйте. Версия такая, кирка. Нет, нет, не это слово является победным. Да что ж такое-то? Откуда подобные варианты? Откуда они у вас появляются? Хорошо, давайте так, 9500 рублей. Я увеличила ваше вознаграждение, надеюсь, что сейчас у вас пробудется стимул. Я надеюсь, что сейчас вы будете более качественно работать, более грамотно. Потому что вот эти ошибки, они действительно здесь неуместны. Они только время драгоценное у нас отнимают, и все. Отнимая время, таким образом вы знаете, сокращаете себе возможность поработать дальше над последующими заданиями. Время на каждое задание выделяется свое. Вот сейчас это время уже закончилось. Мы уже расходуем время от третьей головоломки. Поймите это. Я не то, что пытаюсь, знаете, заставить вас работать гораздо быстрее, что вы должны торопиться. Нет, здесь торопиться не нужно. Здесь, конечно же, нужно проверять себя, проверять то, что вы делаете. Проверка должна быть качественной. И вот если вы проверили, посмотрели, что действительно ваш вариант является победным, что вы выполнили все по правилам, тогда берите в руки мобильный телефон, тогда набирайте 5 заветных цифр 08258, озвучьте свой вариант ответа. Может быть, действительно он победный. А то, что вы молчите сейчас, знаете, дожидаетесь у моря погоды, ну таким образом вы богаче не станете. Таким образом, просто ваш конкурент вырвет у вас победу, просто заберет у вас из-под носа. Вы готовы так отдать деньги просто незнакомому вам человеку или нет? Или все-таки готовы сами сейчас побороться за вот этот главный приз – 9500 рублей? 0,
8258. Короткий номер телефона прямого эфира. 5 цифр отделяют вас сейчас от победы. 5 цифр отделяют вас от массы положительных эмоций. 5 цифр отделяют вас от возможности почувствовать себя героем и на глазах у всех телезрителей действительно одержать эту победу. Думайте, время идет. Нужно стараться. Нужно быть более внимательным человеком. Нужно быть более усидчивым. Нужно действительно сейчас все качества, которые присущи вам, просто подключить. Подключайте интуицию, подключайте логику. Просите кому-то, кого-то вам помочь. Может быть, вы находитесь сейчас не один, в кругу близких, родных и знакомых вам людей. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Так почему вам сообща не поработать сейчас? Сообща не подвести здесь итоги. Поставить точку и перейти к третьему заданию. Но нет, вы чего-то ждете. Вы выгадываете какой-то, я не знаю, может быть, удобный момент, на ваш взгляд. Но я могу сказать, что мое шоу – это один удобный момент, один удобный случай. Либо сейчас, либо никогда. Действуем. 08258. Напоминаю вам, что только благодаря этим 5 цифрам вы можете ворваться в прямой эфир. А сделать это нужно только при помощи своего мобильного телефона. Стационарный телефон здесь нам не подойдет. Он не сыграет никакой роли. Ну что, какое слово еще не назвали? Подумайте, пожалуйста, что за слово скрывается здесь? Вы его знаете? Вы нашли это слово? Так почему вы молчите? Почему вы молчите до сих пор? Почему вы боитесь сделать шаг навстречу мне? Свои шаги я уже сделала. Я увеличиваю сумму вашего вознаграждения. Уже увеличила до 9500 рублей. Ну а вы почему боитесь сделать ответственный шаг вперед? В этом нет ничего страшного. Я здесь не кусаюсь. Я наоборот стараюсь вам помочь. Такое слово отыскали вы? Ну, у меня читается слово «здравие». «Здравие» читается у вас. Нет, а как у вас оно читается, я не пойму. Составить его можно. Так, хорошо, поступим следующим образом. Как вы думаете, какое слово я могла спрятать в это задание, в этот удивительный день, в этот великолепный день? В день, когда наши советские войска одержали победу. 9 мая на дворе. Праздник Победы. Старайтесь, пожалуйста. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Действуем сейчас. Сейчас ваш ответ актуален. Если нет, то, собственно, я не знаю тогда, что вы предлагаете мне. Аннулировать это задание, аннулировать сумму? Я этого сделать не смогу. Просто не хочу. Ну, давайте соберемся. Давайте сейчас настроимся на работу. Здравствуйте, что отыскали вы? Алло, здравствуйте. Мне кажется, у вас слово «разведчик». Разведчик, да, это победный вариант ответа. Вот как это слово скрывалось здесь. Как вас зовут? Меня зовут Арина. Очень приятно. Вы откуда? Я из Костромы. Ну что же, именно вам отправляется 9500 рублей. А я готова перейти к следующему заданию, которое уже появляется перед вами. Ну что же, мы видим математическое неравенство, за решение которого я готова вручить 10 000 рублей. Ну что же, давайте сейчас познакомимся с этой логической математикой. Многие сейчас сразу же, вы знаете, испугались, сказали, что с математикой мы не дружили в школьные времена. Но вы знаете, раньше времени бояться ничего не нужно. Можно сейчас преуспеть, можно сейчас действительно попытаться поработать, может быть, внедриться, понять, всмотреться в каждый символ. Ну и, соответственно, попытаться начатую работу довести до конца и заработать при этом 10 000 рублей. Ну что же, 9 плюс 18 и минус 6 в ответе 25.
Нет, 25 у нас с вами не получается. Получается пока только лишь 21. Но 21 и 25, это, знаете, колоссальная разница. Вроде бы подумаешь, да, всего лишь 4 единицы. Но с другой стороны, математика настолько наука точная, что даже 4 единицы играют огромную роль. Действительно. Поэтому давайте собираемся. Я рассказываю вам о том, что поможет вам дойти до равенства. Переставьте одну спичку так в левой части, чтобы при этом получилось у вас 25. Не только в правой стороне, но и, соответственно, в левой. 25 равно 25. Вот к чему мы должны стремиться. Что делать нельзя категорически? Ну, во-первых, самое главное, мы не трогаем ответ. Ответ у нас выделен неспроста желтым цветом. Это дает понимание вам о том, что здесь трогать ничего не стоит. Это уже наш полноценный, качественный ответ, на который мы должны равняться. Знак равенства и число 25 оставляем в покое. Мы можем поработать с вами с левой частью и, собственно, должны поработать там. Девятка, знак плюс, единица, восьмерка, знак минус и шестерка. Вот они, 6 великолепных символов, великолепная шестерка на экране. Но вот вы знаете, могу сказать, что ни один символ не повторяется. И, может быть, из-за этого как-то будет сложнее работать, да? Но все-таки я надеюсь, что рано или поздно вы сможете найти то самое решение и озвучить мне его в прямом эфире. Мы не добавляем с вами посторонние спички, мы не выбрасываем спички, мы работаем только с тем количеством, которое вы видите перед собой. От этого количества, соответственно, будет и качество проделанной работы. 08258, только эти 5 цифр отделяют вас от победы, отделяют вас от возможности заработать 10 тысяч рублей, не выходя из собственной квартиры. Тем более, давайте подумаем сейчас, что должно произойти. Здравствуйте, ваше решение. Алло, 9 на 3 меняем. Подождите, 9 на 3, да, это можно сделать, но вот спичку вы куда переставили? Вы сейчас действительно взяли эту спичку и куда-то дели. Вы ее просто выбросили, либо переставили на какую-то другую цифру, либо знак. Но поделитесь со мной, почему же сейчас вы говорите А, не говорите Б? То есть нет, вот знаете, вот этого вот полноценного ответа, который бы меня интересовал в данный момент. Нет, конечно же, пока мимо. Давайте будем думать еще. Ваше решение. Здравствуйте. Из шести можно сделать ноль. Можно сделать, да. Вот здесь вот качественная работа. Только давайте посчитаем, что у нас получается. 18 плюс 9 получается 27. Ну, минус 0, соответственно, 27 остается. 27 и 25. Конечно, вы увеличили левую часть, но уж прям чересчур. Уже на 2 единицы превышает левая сторона. Нет, давайте все-таки попытаемся уравнять, чтобы не было вот этого вот дисбаланса, чтобы наоборот все было качественно, все было на одном уровне. Вот именно равенство. Девятка, знак плюс, единица, восьмерка, знак минус и шестерка. Здесь есть несколько направляющих, которые помогут вам работать грамотно. Ну, первое направляющее – это путем перестановки спички видоизменить одну цифру. Можно поработать взаимно с двумя цифрами, с двумя знаками или одновременно и с цифрой, и со знаком. Вот эти направляющие помогут вам прийти к победе. Ваше решение. Алло, здравствуйте. Нужно из пяти сделать единицу. Подождите, из пятерки единицу? То есть вы сейчас пошли наперекор правилам и полезли в ответ. Зачем? Ответ у нас неприкосновенный. То есть как бы вам не хотелось сейчас поменять
знак равенства, двойку или пятерку, прошу вас, одумайтесь, остановитесь, не пытайтесь совершить подобные действия, нарушая правила задания, вы, соответственно, отдаляетесь от победного решения и таким образом пропускаете своих конкурентов вперед вас. Именно этот человек, который сейчас будет работать внимательно, человек, который будет быстрее всех и заберет из прямого эфира 10 тысяч рублей. Но смотрите, конечно, сами, да? Хотите 10 тысяч рублей, тогда работайте прямо сейчас уже. Не хотите, но ваше дело. Я никого здесь не заставляю. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Нужно переставить всего лишь одну спичку в левой части, таким образом, чтобы это задание преобразовалось в равенство. Ну что же, 25 в левой стороне. Как это получить? Где взять спичку? Здравствуйте, ваше решение. Здравствуйте, мне кажется, спичку с 9 надо на 1 поставить. С 9 на 1. Хорошо. Вот назовите мне, во-первых, что получилось из 9, потому что сразу же несколько вариантов может получиться при использовании одной спички. Ну, а, соответственно, 1, да, я предполагаю, что вы хотели получить 7. Но 7 неужели здесь нужна? Неужели вы хотите настолько увеличить левую сторону? Это нужно нам? Нет, это нам не нужно. Поэтому давайте мы будем как-то... Ну, не знаю, полагаться на себя с одной стороны, но опираясь на правила. Если вам визуально тяжело справиться с этим заданием, всегда на помощь придут те же самые спички. Выложите перед собой данные неравенства. Попытайтесь уже методом проб и, надеюсь, не ошибок, попытаться найти правильное решение. Взяли спичку, переставили. Что осталось здесь, что получилось там, все пересчитали. Ну и, соответственно, рассказали мне. Но если не получается с первого раза, верните обратно спичку. Ну и, конечно же, попытайтесь поработать со второй, с третьей, с четвертой. Смотрите, сколько спичек, сколько символов. То есть возможных ситуаций просто масса. И если сейчас не воспользоваться этим, не пытаться работать, то, ну, я не знаю тогда. Я не знаю, что мы будем делать с вами дальше. Время идет, время остановить не получится. Мы уже с вами справились с двумя заданиями. И могу сказать, два победителя – это не предел. Тому, кто справится с этим неравенством и назовет мне победное решение в прямом эфире, я готова вручить уже 11 500 рублей. Я сразу же на 1500 рублей увеличила сумму вашего заработка. Но, если честно, мне для вас ничего не жалко. Действительно, я всегда на вашей стороне, готова помочь вам всеми возможными способами. Единственное, конечно, я не могу указать вам на тот символ, где скрывается спичка. Все-таки к этому вы должны прийти самостоятельно, путем проб, да? Вот давайте сейчас посмотрим на каждый символ, разберем его. Что получится, если, предположим, поработать внутри одной цифры, да? Взять спичку, переставить и как-то видоизменить эту цифру. Пожалуйста, 9, 1, 8 и 6. Вот наши 4 цифры, с которыми возможно поработать. Ну и, соответственно, 2 знака. Плюс и минус. Может быть, здесь нужно взаимно что-то видоизменить, чтобы как раз получилось 25. Вы попытайтесь. Вы знаете, ошибка не пытка, как говорится. Поэтому давайте сейчас настраивать себя на качественную работу и надеюсь, что она принесет вам только лишь победу, массу положительных эмоций, ну и, соответственно, 11 500 рублей. Переставьте одну спичку в левой части таким образом, чтобы получилось у вас в ответе 25. 25 в правой, 25 в левой. Вот оно, идеальное равенство. Вот к чему мы должны с вами стремиться и стараться, чтобы у нас все с вами это получилось. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Многие уже знают эти 5 цифр наизусть и правильно делают. Потому что еще раз напоминаю вам, что ваше появление в прямом эфире неограниченное количество раз. Смотрите, сегодня тот, кто уже смог стать победителем, может еще раз проверить себя. Ваше решение. Здравствуйте.
Тут вот можно 6 на 2 заменить. 6 на 2 не получится. Вы спичку переставили, и плюс еще одну спичку нужно выбросить. То есть избавиться от нее. Зачем? Зачем допускать подобные ошибки? Зачем же сейчас заниматься самодеятельностью, идти против правил, что-то придумывать самому? Я понимаю, что это бы вам принесло бы какой-то положительный результат, если было бы прописано «делайте, что хотите». Но нет, у нас есть с вами точно расставленные позиции, с которыми нужно работать. Да? Каждый пункт в моих правилах уже известен вам. Но первое, что нужно сделать, это, конечно, же выбрать за основу символ, с которым вы будете работать. Далее выбрать спичку и пытаться уже ее всеми способами как-то задействовать. Да? Поставить на один символ, потом на второй, перенести на третий до тех пор, пока вы не поймете, что действительно после данного действия у вас получается 25 равно 25. Вот такое решение мне нужно. Такое решение просто необходимо для получения удовлетворительного ответа. Здравствуйте, ваша версия. Берем спичку и делаем из восьмерки тройку. Из восьмерки тройку спичку берем, а вторую спичку вы взять не хотите? А куда вы дели эту вторую спичку? Неужели вы от нее избавились? Неужели вы думаете, что я помещу на экран задание, где придется идти наперекор правилам, или задание, где просто не существует ответа? Ответ здесь есть, да, он не очевиден. Да, нужно потратить энное количество времени и сил для того, чтобы справиться с ним. Но справиться-то можно, ответ здесь существует. Могу сказать, что изначально это задание выглядело абсолютно иначе. Все спички стояли на своих местах. Глаз радовался. Прям, знаете, действительно, прям интересное задание. Прям такое хорошее, что даже отвести глаз невозможно было. Но потом мой компьютер решил немножечко пошалить. В левой части переставил одну спичку. И вот получилось вот такое безобразие. Нужно все подправить. Нужно подкорректировать. Нужно подредактировать. Кто возьмет это все под свой контроль? Кто готов сейчас назвать мне победное решение, если оно у вас уже имеется? Вы готовы? Тогда действуйте уже прямо сейчас. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира, который отделяет вас от возможности заработать 11 500 рублей. Девятка, знак плюс, единица, восьмерка, знак минус и шестерка. Ваше решение. Здравствуйте. А, по-моему, из девятки надо сделать шесть. Из девятки шестерку можно сделать, да. Вы взяли, переставили спичку, но вот вы знаете, 18. 18 это не 25. Думаем еще. Время есть. Да, оно не бесконечное, но пока времени у нас предостаточно для того, чтобы подвести черту в этом задании. Пока оно находится на экранах, могу сразу заверить вас, к дальнейшим головоломкам перейти мы не сможем. Потому что с ними мы можем ознакомиться только тогда, когда грамотно выполненное задание. Когда задание исчезает с экрана, и вместо него появляется что-то иное. Вот пока этого нет. Пока нет моего третьего победителя, нет человека, которого я смогла бы вознаградить и, соответственно, поздравить. Что должно видоизмениться? Здравствуйте, ваше решение. Алло, здравствуйте. Давайте переставим спичку с шестерки на девятку. С шестерки на девятку. Ну, давайте попробуем. Что у нас получается из шестерки? Пятерка. Из девятки восьмерка. 8 плюс 18 – это 26. И минус 5. Ну, 21. Нет. Опять нет. Опять мимо. Вроде бы внимательно проработали, вроде бы все сделали качественно, да? И спичку взяли, и переставили, задействовали два символа для этого. Но пока, вы знаете, поздравить не с чем вас. Пока все-таки нужно как-то искоренить свои ошибки. Тем более я нахожусь здесь для того, чтобы вам на них указывать. Вы не думаете, что таким образом я пытаюсь вас как-то обидеть. Нет, вы что, наоборот, я за вас,
я переживаю, я волнуюсь. Вот, очень хочется, чтобы все-таки работа была более сделана, вы знаете, не только даже качественно, но и вообще выполнена была на высшем уровне. 08258. Такая спичка должна переместиться откуда и куда? В левой части нашего задания. Внутри одного символа. Нужно поработать взаимно с двумя символами. Это то есть с двумя цифрами, либо с двумя знаками. Ну, либо взаимно. И с цифрой, и со знаком нужно провести действие. Могу вам сразу сказать, что 11,5 тысяч рублей – это ваше вознаграждение. Уже просто без 5 минут это вознаграждение, которое пора бы уже забрать из прямого эфира. Поставить здесь точку и перейти четвертой головоломки. 08258. 5 цифр отделяют вас от прямого эфира. 5 цифр отделяют вас от возможности почувствовать себя героем и, конечно же, заработать 11,5 тысяч рублей. Согласитесь со мной, что эта сумма не маленькая, эта сумма достойная, и вам действительно она понадобится для воплощения в реальность какой-то, может быть, мечты или желания. Ваше решение. Здравствуйте. Алло. Мне кажется, из единицы надо сделать 2. Из единицы сделай 2. Да нет, ну что такое? Нет, 2 у нас не получится, потому что для этого нужно добавить посторонние спички. А мы уже с вами обговорили, что ничего постороннего мы с вами не добавляем. Мы работаем только с тем числом спичек, которые вы видите перед собой. А вот вы знаете, от вот этой перестановки зависит качество вашей работы. Чем больше спичек вы задействуете, либо даже таким образом у вас и получится в ответе 25, но это не будет являться победным вариантом, потому что только лишь одна спичка в одно действие в левой части принесет вам победу. Ну что же, давайте еще стараться, давайте еще раз себя проверять. Давайте сейчас не будем молчать, будем более активными, будем целеустремленными людьми. Ну и, соответственно, унесем 11,5 тысяч рублей. Хотя вы знаете, почему 11,5? Давайте так, 12 тысяч рублей за выполнение этого непростого задания. Задание шикарное, задание может быть действительно сложнее предыдущих, но в этом и есть весь смак, в этом и есть действительно все прелести, потому что если вам не будет это под силу, будет под силу одному из телезрителей, поэтому, конечно же, здесь нужно отдавать отчет и поставить перед собой какие-то условия, рамки, да, ради чего вы работаете. Я думаю, что вы работаете ради того, чтобы заполучить 12 тысяч рублей и занять место моего третьего победителя. Тем более, это место вакантное, оно пустует и дожидается одного из вас в ближайшее мгновение. Кто станет этим человеком? Может быть, этим человеком станете вы. А может быть, вы или вы, пожалуйста, заявляйте о себе как о лидерах, как о победителях. Звоните в прямой эфир прямо сейчас со своего мобильного телефона. Врывайтесь и называйте мне версии. Проверяйте их, а я уже буду смотреть, победная эта версия или нет. Ну что же, существует решение, а вы о нем молчите. Девятка, знак плюс. Единица, восьмерка, еще знак минус и шестерка. Вот они, 6 символов. Мы уже с какими-то поработали, с какими-то еще нет. Какие-то символы есть у нас еще не затронутые. Вот, поэтому надо быть, конечно же, предельно осторожным и отдавать отчет тому, что даже здесь, в эфире, происходит. Вы послушали мнение, ознакомились с ним. Если поняли, что также эта версия не является победной, значит, не берите с нее пример. Здравствуйте, ваше решение. Давайте сделаем из 9,5. Ну, вы знаете, попытаться-то можно, но вот спичку куда вы дели? Вот здесь, конечно же, вопрос. Главный вопрос, куда дели спичку с девятки? Выбросили ее или что? Или переставили куда-то? Почему нет, вы знаете, в вашем ответе просто полноценных действий? Вы сказали А, не говорите Б.
Вы начали, но не закончили. Мне хочется наслаждаться полноценными, раскрытыми, развернутыми ответами. Пока я насладиться этим не могу. Пока все-таки, вы знаете, какие-то недопонимания, какие-то все-таки страхи и волнения, мне кажется, вот эти вот негативные качества взяли над вами вверх. Но надо с ними, значит, как-то бороться. Значит, нужно более внимательно работать, стараться, серьезно. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. 5 цифр всего лишь отделяет вас от победы. 5 цифр и решение данного задания. 25 в правый, 25 в левый. Я надеюсь, вы уже обратили внимание на то, что это задание разделено цветами. Вот все, что находится в белой части, вот именно с этими цифрами, знаками мы должны работать. Что касается правой нашей части, это знак равенства и числа 25, здесь мы ничего не трогаем. Вот это надо, конечно же, запомнить, обратить на это внимание. Мы не меняем 25, ни в коем случае. Да, сейчас после подсчета в левой части получается у нас с вами 21. 21 не равно 25, то есть здесь есть такой некий перевес, да? Но даже этот перевес играет огромную роль. Нам бы сейчас с вами все-таки попытаться найти другой какой-то способ, да, чтобы все-таки 25 получилось, а не 21, озвучить его в прямом эфире и таким образом почувствовать себя настоящим героем, человеком, который, несмотря на сложность этого задания, смог одержать победу, просто вырвать ее из-под носа у всех остальных телезрителей. Так как задание непростое, могу сказать, что конкуренция минимальная. Многие просто слились, многие просто сказали, что нет, нам это не по плечу, математика не мой конек, и поэтому решили просто абстрагироваться от этого задания и заняли позицию телезрителя, который сидит по ту сторону экрана и внимательно изучает происходящее. Вы в прямом эфире, здравствуйте. Какое решение у вас получилось? Здравствуйте. Поставьте спичку с плюса на единицу. С плюса на единицу? Ну, из плюса минус, а из единицы семерка. То есть вы думаете, что вот так нам нужно работать? Что все-таки семерка должна получиться? Или может быть какое-то другое число? Подумайте, какое действие? Одно действие, одна спичка отделяет вас от 10 тысяч рублей. Сколько вам еще нужно времени? Сколько нужно времени для того, чтобы справиться с этим заданием? Я понимаю, что не все так просто. Я понимаю, что вам бы сейчас какую-нибудь подсказку, конечно же, направляющую, чтобы с помощью ее вы уже все сделали, все решили. Но нет, никаких подсказок и направляющих вам озвучивать я не буду. Не хочу и не буду. Я хочу, чтобы вы самостоятельно справились с данной головоломкой. Конечно, сложно. Это математика. Математика наука точная. Математика не любит, вы знаете, вот всяких промахов и отступлений, да? Даже одна единица – это большая разница, поймите. Поэтому нужно, конечно же, все-таки сейчас настроиться на работу, которая увенчается успехом. Где же скрывается та самая спичка? Внутри одной цифры. Может быть, нужно поработать взаимно с двумя цифрами? Может быть, нужно поработать с двумя знаками или с цифрой и знаком одновременно. Подумайте, время идет. Время у нас с вами не резиновое. Время нужно экономить. 12 тысяч рублей за победное решение, которое прозвучит в рамках моего шоу. Пока вы еще видите это задание, действуйте, ваш ответ актуален. Здравствуйте, что у вас получилось? Алло, из шестерки надо сделать 8. Ну, давайте попробуем, откуда спичку взяли вы для этого? Не знаете, да? Или все-таки не нашлось больше слов, а надо стараться. Вы не думайте, что я за вас буду выполнять вашу работу. В
Вы начали, но не закончили. Или вы хотите, чтобы я сейчас, вы знаете, все-таки потратила время, чтобы найти, где вы взяли ту самую спичку, чтобы из шестерки получилась восьмерка? Давайте лучше я сделаю кое-что другое. Из 12 тысяч я сделаю 14 тысяч рублей. Да, вы не ослышались, и я не оговорилась. Сразу же на 2000 рублей я увеличила сумму вашего заработка. Но прошу вас поторопиться, потому что большая часть прямого эфира уже осталась далеко позади нас. Невозможно вернуть эти былые мгновения. Вы сами, не отдавая отчет, расходовали это время, разбрасывались им направо и налево. Просто в воздухе оно испарилось незаметно. Сейчас время, конечно же, нужно, но его нет. Сейчас нужно полагаться тому, что есть. Есть задание, есть условия, и есть сумма, ради которой вы стараетесь. Уже 14 тысяч рублей. Вы посмотрите, какие это деньги. Здравствуйте, ваше решение. А вот мне кажется, что из 5 можно сделать 3. А пятерка в ответе. Зачем вы лезете в ответ? Из пятерки тройку можно сделать, но если бы эта пятерка находилась в левой части, а она в правой. Еще раз обратите внимание на условия и на задание. Смотрите, здесь 25, здесь 25. То есть сразу дает вам понимание о том, что мы должны следовать тому, что прописано. Переставьте одну спичку так, чтобы ответ был равен 25. Не какому-то другому числу, а именно 25. Поэтому не надо здесь делать каких-то изменений. Видоизменения приберегите лучше для левой нашей области, левой стороны. Девятка, единица, восьмерка, шестерка, знак плюс и знак минус. Вот они, эти 6 символов. 08258. Поделитесь со мной победным решением, которое получилось у вас. 08258 – это короткий номер телефона. И, соответственно, пора бы брать уже все под свой собственный контроль. Вы знаете, не успеешь глазом моргнуть, как уже придется мне с вами попрощаться. Ну а как же это сделать, когда еще впереди столько увлекательных заданий, с которыми даже мы еще с вами не ознакомились. Ну и, соответственно, впереди еще мой телезритель, который где-то скрывается, который до сих пор никак не смог появиться, вы знаете, обнаружить себя, продемонстрировать всей нашей стране. Хотя бы просто, знаете, голос ваш услышать, как вас зовут, откуда вы, и, соответственно, 14 тысяч рублей вручить за проделанную вами работу. Переставьте одну спичку в левой части. Именно в той части, где спички выделены белым цветом. Девятка, знак плюс, единица, восьмерка, знак минус и шестерка. 6 белых символов. Одно действие, одна спичка и победа ваша. Кто же станет этим человеком? Кто прямо сейчас готов заявить о себе? Кто прямо сейчас готов продемонстрировать все, на что способен? Где ваши умственные способности? Где победное решение? Что для этого нужно сделать? Больше конкретики. Развернутый ответ с каждым пошаговым действием. От начала и до конца. Откуда взяли спичку, куда поставили, что в итоге получилось? Ваше решение. Здравствуйте. А давайте из девятки сделаем 0. Ну, давайте сделаем из девятки 0. 18 минус 6 получается 12, а не 25. 12 вас устраивает? Меня нет. Мне нужно равенство, а равенство это 25 равно 25. Но откуда 12 здесь? Нам еще надо умножить как минимум на 2, чтобы хоть как-то приблизить к ответу. А нет, не получается. Потому что мы не можем ничего умножать, ничего добавлять, не выбрасывать. Работаем только с тем количеством спичек, которые вы видите на экране.
Я еще раз напоминаю вам, что если тяжело справиться визуально, пытайтесь выложить это задание перед собой. Здравствуйте, с чем вы пожаловали? Ваше решение? Из восьмерки четверку сделать. Нет, две спички. Вы потеряли при этом две спички. Зачем? Задаю вам такой вопрос, зачем вы это сделали? Неужели я говорила вам о том, что на протяжении всего прямого эфира вы, во-первых, можете выбрасывать спички, добавлять их, или вообще, вы знаете, заниматься подобной самодеятельностью, просто носить такие коррективы, которые, ну, от которых просто хочется хвататься за голову? Нет! Так вы не придете к победному решению. Таким образом, вы не сможете поставить точку, не сможете подвести черту и заработать 14 тысяч рублей. Вы посмотрите на эту сумму. Она находится до сих пор на ваших экранах. Но намного приятнее было бы, вы знаете, не наблюдать через монитор, а держать в своих руках данные деньги и думать, на что вы их потратите. Но надеюсь, что каждый из вас помнит, что скоро пора отпусков, что уже нужно задумываться о том, куда вы отправитесь, в какие теплые страны или города, ну и, соответственно, уже как-то откладывать деньги, потому что на каждый отдых нужна энная сумма денег. Вот я предлагаю вам сейчас 14 тысяч рублей в прямом эфире моего шоу. Если вы готовы, тогда действуйте. Тогда прямо сейчас со своего мобильного телефона наберите 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, сейчас актуален ваш ответ. Действуйте, пока есть у нас время. Времени не так много, как хотелось бы, потому что большая часть прямого эфира осталась позади нас. Нужно наслаждаться тем, что есть, и постараться за это время выполнить все, что вам приготовлено. Я, конечно, понимаю, что, может быть, мы уже и не успеваем перейти к самому пятому, последнему заданию, но еще, может быть, успеваем и четвертое выполнить. Кто знает, кто знает. Может быть, прямо сейчас в прямой эфир ворвется один из телезрителей, назовет мне победное решение, и мы тут же перейдем к четвертому заданию, где оно вам покажется настолько легким, что выполните просто в считанные мгновения. Хотя могу предупредить, что дальше задания легче не будут, они будут только лишь сложнее. Это задание сложное, и многие со мной согласятся, а дальше будет еще сложнее. Поэтому, если это задание третье сопоставить с первым, вы прекрасно понимаете, что первое задание было легче. Да, оно не было легким, нет, оно просто по своей сути, из-за того, что оно было разминочное, чтобы вы могли просто грамотно подготовиться, чтобы потом уже не было никаких, вы знаете, дополнительных вопросов или каких-то таких ситуаций, которые, вы знаете, подталкивали вас на неудачу. Неудача не нужна. Нужна победа. Здравствуйте, ваша версия. Здравствуйте. Спичку с девятки перенесем на шестерку. С девятки на шестерку. Из шестерки восьмерки, из девятки. Непонятно. Я прошу вас, соберитесь. У нас очень мало времени. Программа заканчивается. Как бы мне не хотелось об этом говорить, но это действительно так. Я на протяжении длительного времени ждала от вас ответа. Я ждала, пока вы соберетесь, пока вы настроитесь на работу и, соответственно, сделаете все четко и грамотно. Но этого не происходит. Этого не произошло до, этого не произошло сейчас. И уж не знаю, произойдет после того, как я еще раз объясню правила. Значит, перед вами математическое неравенство. У нас есть правая сторона, которая выделена непосредственно желтым цветом, и там красуется ответ 25, и левая сторона, где просто прописаны символы. Это девятка, знак плюс, единица, восьмерка, знак минус и шестерка.
Вот сейчас нужно отыскать одну спичку, которая находится не на своем месте. Да, она где-то скрывается. Она скрывается внутри одного символа. Может быть, в цифре, может быть, в знаке. Для того, чтобы получить равенство, нужно поработать и прийти к этому равенству. 25 в левый, 25 в правый. Как это получить, если сейчас у нас с вами левая сторона меньше правой? 21 не равно 25. 4 единицы – это, вы знаете, огромная, колоссальная разница между вот этими двумя областями, можно так сказать. Поэтому давайте стараться, пока есть еще время, да, его не так много, не так много мгновений остались у нас. Но давайте все-таки будем внимательнее более работать, сосредоточенно соберемся, все страхи, сомнения отбросим в сторонку и будем сейчас придерживаться только тем положительным качествам, которые вам присущи. 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Ну и, соответственно, 14 000 рублей. Я жду вас. Я жду одного из вас. Могу сказать вам то, что к следующему заданию мы уже с вами не успеваем. Что следующие задания останутся, ну, может быть, на потом. Сейчас мы должны работать. Программа заканчивается. На протяжении всего прямого эфира я вам помогала как могла. Мы разбирали с вами каждую ошибку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, ваше решение. Здравствуйте. Мы берем спичку шестерки и ставим на пятерку. Подождите, на какую пятерку? Пятерка находится у нас с вами в ответе. Неужели вы так и не поняли за все это время, что пятерка у нас неприкосновенная цифра? Что все, что находится в ответе, все, что выкрашено в желтый цвет, трогать нельзя. Не надо этого делать. Это наперекор правилам всем. То есть одним махом взяли и все перечеркнули. Все, к чему мы шли. Нет, 08258. Короткий номер телефона прямого эфира. Думайте еще. Время идет, соберитесь. Его очень-очень мало. И вот тому, кто назовет мне победное решение в прямом эфире, я вручу 15 500 рублей. Я сразу же на последних мгновениях прямого эфира увеличила сумму вашего заработка на 1500 рублей. Я считаю, что я сделала все, что в моих силах. Алло, здравствуйте, ваше решение. Здравствуйте. Мне кажется, надо спичку с единицы переставить на девятку. Но с какой единицы? То есть вы предлагаете мне сейчас эту единицу сломать? Зачем? Неужели вам хочется работать с неполноценной какой-то цифрой? Она теперь даже ни на цифру не похожа, ни на знак не похожа, просто на развалину. Я не могу так работать. Я не могу. На протяжении всего этого задания, всего того времени, которое нам выделялось, могу сказать, что я была на вашей стороне, да я и сейчас на вашей стороне. Я пыталась вам помочь, я пыталась вас направить. Я даже озвучила несколько замечательных направляющих, которые должны были сыграть огромную роль при выполнении подобного задания. Еще раз повторю, чтобы вы были внимательны, чтобы сейчас всю информацию вы впитали в себя. Попытайтесь путем перестановки одной спички видоизменить цифру. Попытайтесь поработать взаимно с двумя цифрами. Попытайтесь поработать взаимно с двумя знаками, либо с цифрой и знаком одновременно. Вот они, четыре направляющих. Сейчас все в ваших руках. Вы можете поставить здесь уверенную точку всего лишь одним своим телефонным звонком. 08258. Прошу вас, не ошибитесь. Давайте сделаем из шестерки девятку. Ну, можно это сделать, но 18 нас...